Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Да, давно я в эту игру не заходил. Так, ну что ж, давай, наверное, заберем все монетки по возможности. Так, давай. Забираем здесь. Здесь, да, монет много. 77 миллионов в общем количестве. Ну смотри, тут по 2, ну по 2000 это понятно, это мало. Лучше где по 10 тысяч минималка, как по мне. 900 тоже мало, вот. 91 тысяча, это было нормально. 11 тысяч тоже пойдет, 17 тысяч. Так, тут мало. Здесь все это маловато будет. Так, наверху еще, видимо, да, осталось. Сейчас мы здесь дособираем и пойдем уже. О, 159 тысяч, это хороший доход. Ну, вроде бы тут все. Так, заглянем еще здесь, на наш маленький, так скажем, островок. Здесь тоже приобретем. Так, и знаешь, что я хочу сделать? Я хочу поставить на расширение. А, я не могу расширяться, что ли, больше? Да ладно, серьезно, что ли? А чё так плохо? Я думал, что мы можем расшириться. А получается, что нет. Ладно, не суть. Так, здесь у нас получить Дина. Лаборатория генетики. Это в плане. Надо выводить кого-то нам. Опа. О! Давай, пускай выводится, а почему бы и нет? Что у нас еще есть интересного? Давай посмотрим. Это все не то, это нам не надо. Эриматерий и гигантский олень. Терезинозавр. Давай-ка я, наверное, его, друзья мои, поставлю выводиться, пускай будет. Что значит получить Дина? Я что-то не врублюсь. Начать эволюцию. Скафагнаты у нас есть. Индрикатерий. Ага. Фараракас эриматерий. Элосматерий. Тирана титан. Ну, это, наверное, нам не надо. Ну, давай попробуем вывести. Нужен ли нам мегистотерий? Птеранодон нам точно не нужен, потому что он у нас уже прокачан. Ну, давай, наверное, тогда сделаем. О, Ризода. Пускай эволюционирует. Сутку я не хочу здесь тратить. Ну что, теперь пойдем посмотрим, какие у нас события. А ну-ка. Так, только для редких. Это могучие деньги. Белая мгла. Кстати, можно будет пройти и попробовать. Что значит пернатые предки? Так, сразитесь за главный приз. Дрожь земли. Ну что, я, наверное, думаю, птерозавры попробовать поиграть. Так, значит, у нас здесь хищники и два травоядника. Ага, ты посмотри, что они мне дали. Вы серьезно? Вот этим я должен здесь играть? Нет, так дело не пойдет. Я таким отрядом я здесь ничего не смогу сделать. Давай посмотрим белую мглу. Ну, вот тут уже будет, наверное, поинтересней. Так, если здесь одни травоядники, то нам, значит, нужно брать... хладнокровных, да? Возьму, наверное, синтета цераса. Плюс возьмем смелодона. И, например, возьму здесь Керенкина. Опасно его брать, если честно, этого Керенкина здесь. Но, тем не менее, возьму. Давай попробуем, как говорится, наказать нашего противника.
Ну и заодно пройти это событие. Так, мы наносим урон 200, да? Давай я так сделаю для начала. Ну, ты гляди-ка. Ну-ка. Уничтожаем, да? Красиво. Так, Индрик Коцер вышел. Одну атаку сейчас применит. Всего лишь одну, да. Ну что же, а у нас... Поехали, я рискну. Опа. Порвали. И выходит Лунтатерий. Что он нам сделает? Хотя, подожди, сейчас он может лупануть по полной программе. Он так и делает. Блин, слушай, он так и сделал. Как же мне тогда быть? Давай так попробую. Рискнет ли он? Он рискнул. Все, ребята, я его сейчас пропишу. Я его сейчас пропишу. До свидания, Уинтотерий. Молодец. Мой птенчик выиграл. Ну что, это был только первый поединок из трех. Или сколько там? Четыре поединка. Блин, четыре поединка. Ух ты, Гигантофия здесь, Археотерий и Панохтус. Но здесь пещерники. Против пещерников хорошо пойдут травоядники. То есть Гасторнис. Травоядники. Гасторнис. Блин, Индрикотерий, что ли, тогда брать? Нет, давай мы сделаем немножко по-другому. Этого Индрикотерия пока уберем. Вот этого возьмем. Уртинотериума. И против травоядника надо взять... Ну, давай возьму носорога. В принципе, неплохая команда должна у нас получиться. С огромным, так сказать, приоритетом. Ну, давай, Панохтус. Но он будет меняться сейчас. Я 100% тебе говорю. Видишь? Ха-ха-ха. Труханул, чувачок, труханул. Так, ну что же, тогда мы возьмем... Вот этого парня. И сделаем вот так. Ну давай, рискни здоровьем. Попробуй меня атаковать. Опять меняется. Опа. Опа-на. Нам повезло, что мы взяли с тобой защиту. Это крупное везение. Ну что же. У нас кто по атаке сильнее? Оу. Слушай-ка, по-моему, этому... Чудику хана. До свидания, Гигантофия. Археотерий тут как тут прибежал на гнилой хромой кобылке. Ну что, я, наверное, пропишу по полной программе ему. До свидания. И остается тут Панохтус. Да что он сделает мне? Че он... Не, ну он, конечно, победит Гасторниса, но Уинтотери потом ему пропишет «Мама, не горюй». Точнее, не Уинтотери, а Уртинотериум. Я буду по полной бомбить. Ну что же, это только лишь, ребят, второй поединок у нас отыгран. Еще два впереди. И дело в том, что хватит ли у меня динозавров. Так, Фараракас, олень-лось. Это что за еще за олень-лось? И Эндрюсарх. Короче, здесь у нас пустынник идет. Возьму, наверное, здесь мамонта. Нет, мамонт будет плохо. Телокосмила надо брать. Против этого возьму Панохтуса. А вот против Эндрюсарха... Сколько ты стоишь на откате? 77 баксов. Придется, ребята, брать его. Сейчас будет великая битва. Великая битва титанов.
Давай я так сделаю. Я сомневаюсь, что Фараракас рискнет на меня нападать. Но вот это уже будет похуже. Так, Андрюсарх. Тут нам тоже придется поменяться. Так, начинаются старые проблемы. Это именно с вылетом игры. Так, я забыл, что... А, я хотел поменяться. Давай так сделаю. Понятно, что он меняется. Такой, нифига себе, олень-лось. Паноктус. Так, 4 очка. На кого же он возьмет? Он поменяет сейчас, да? Так, точно. Ух, это Фараракас. Ну все, ребята, он меня начинает уже напрягать, если честно. Я рискну. Раз, два, три, четыре. Вот так вот я сделаю. Хорошо. Так, Андрюсарх. У него 6 очков. 2 очка он потратит по-любому. 3 даже тратит. Ага. 3 потратил, 3 осталось, да? Раз, два, три, четыре. Давай так сделаем. Готов. Так, олень-лось. 7 баллов, ё-моё. Так, ну что, Паноктус, давай. Все в наших силах должно быть. Попробуем его пропечатать. Неудачно. Но мне кажется, он не пробьет нас. 135 атаки, даже если он все сольет. Нахлыщ, получай. Вот и все, и нету никакого оленя-лося. Блин, если бы игра бы еще не вылетала бы, было бы вообще прекрасно. Так, ну и у нас последний поединок. Здесь опять олень-лось, Эуклодоцер и Архиотерий. Так, против ледников пойдет у нас, значит, Паноктус. Тут нужны пещерники. А с пещерниками у меня беда. У меня вот только так вот. Или пещерника, или брать. Ладно, говорили. И здесь надо взять мамонта. Ой, была не была. Сейчас тоже, ребята, будет жесткая битва. Блин, этот олень-лось очень живучий, я тебе скажу так. Архиотерия взял, но атаковать не стал. Атаковать он не стал. Проверим. Сейчас опять побежит, да, наверное? Ну, конечно же. Так вот он и будет меняться, короче. Блин, что же сделать-то? Я попробую вот так вот взять. Ага. Ну что, я меняю сюда на Паноктуса. И сейчас попробую его пробить. Рискну. Так, ну он, понятное дело, сейчас будет меняться. Так, значит, да? Раз, два, три. И вот так.
Но тут, тут, мне кажется, я сольюсь. Что-то мне не нравится все это дело. Раз, два, раз, два. Все, мне хана. Мне хана, я тут профейлился. Ладно, сейчас будем отыгрывать. Попытаемся отыграться. Блин, в каком-то веке решил поиграть и опять вот не успел начать, ребята. Три вылета уже, представляешь, вот за такой короткий промежуток времени. Три раза вылетела игра, блин. Любого взбесит. Так, ладно, давай попробуем отыграться все-таки. Чтобы хотя бы не зря у нас все это было. Значит, здесь рулят пещерники. Паноктус, как обычно. Блин, у меня так мало этих, у меня рематерий и все. Ну что я могу ему противопоставить? Опять же мамонта ставить? Так, даже не знаю. И опять сфейлится на ровном месте. И опять сфейлится на ровном месте. Ну, такое себе удовольствие-то, если честно. Ну, понятно, что он будет сейчас меняться на этого хламона. Раз, два. Давай так сделаем. Понятное дело, что он атаковать не будет. Раз-два, раз-два. Сейчас поменяется. Так хочется ему бомбануть, если честно. А я, наверное, и бомбану. Я вырубил. Эуклодоцер. Ну, он поменяется, понятное дело, поменяется вот на этого. Ему надо будет три атаки. Так, значит, мы его сейчас уничтожаем. Нам понадобится всего лишь две атаки. Воу, 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 что-то я лопухнулся, друзья. Ну давай проверим. О, хорошо. Но я думаю, что мамонт сможет его добить. Сколько он тут сейчас вложится? Практически все, да? А, 4. Ну давай, мамонт. На тебя смотрит вся страна. Не подведи. Отлично. Фух. Это было все не напрасно. Но долларов мы слили очень много. Колесо призов. Эй, суперзавр, ну ё-моё, ну... Разве это достойная награда? Нет, конечно.
Так, почему я здесь-то не запустил? Взять взял, а запустить забыл. Так, что у нас там дальше идет? Сразитесь за главный приз. Старые знакомые битвы. Дэн и Хейр. Ну, давай тогда сделаем вот так. Поехали. Ох, давненько мы не воевали за главный приз. Ну давай, ищи мне быстрее противника. Я надеюсь, не лопухнулся, что взял вот таких вот слабеньких 20-го, 10-го и 11-го. Кстати, Терекса надо было бы прокачать до 20-очки. Ну все, зависло. Че, серьезно что ли зависло? Обычно, когда мы ищем, у нас идет музыка играет. Сейчас даже музла никакого нету. А если я перезайду, я вот этих уже охламонов взять не смогу. Ладно, давай подождем маленько. Так, ребят, ну мне тупо пришлось перезаходить в игру, потому что там никакого продвижения вообще не было. Просто зависло и все. Давай проверим еще раз. Вот, видишь, эти уже отыгрались, все. То есть мы их уже взять обратно не сможем. Давай я так попробую. И доллары, кстати, отняли у меня. Вот, слышишь, сейчас музыка вот играет. А там была просто тишина. Слушай, ну если сейчас на арену никого находить не будут, то я, ребята, умываю руки. Смотри, никого не хочет находить нам. Соперника не ищет. Я не знаю, с чем это может быть связано. Так, вот я не знаю, VPN у меня включен или нет. Может быть, из-за этого дела. Так, ну что, отключил VPN, давай. Блин, еще раз попробуем. Ну, короче, я так понимаю, что нам не судьба сыграть на выживалке, потому что соперник не находится. Поэтому я и говорю, ребят, вот вы спрашиваете, почему давно не было видосов и тому подобное. Ну вот как вот играть, если там ничего не работает? Давай хотя бы, знаешь, что сделаем ежедневки. Ну что, друзья мои, мне пришлось опять выйти. В общем, я не знаю, как нам проходить, извините меня, схватки, если они не работают. Так, пройдите турнир событий только для VIP. Нет, это нам не нужно. А где мои ежедневные задания-то обычные? А, вот они. Так, потратить еду, откройте наборы карточек. Так, используйте в сражении 3 разных класса животных, совершите 3 сделки. Давай сделки совершим. Токсин на еду. Вертолетную площадку, что-то не хочу. Очки доверия, на... ну вот это можно. Это поменять можно. Так, опять какой-то запрос обрабатывается. Чуть-чуть что-то сделаешь, все, начинается вот это вот. Это мне не надо. Фу, бакса нам нет. Лептоклей доменять тоже не хочу. Ну, давай так сделаем. И последняя вертолетная площадка, да? Все. Сделки мы сделали. Собрать моды. Ну, моды давай соберем. Я даже, ребята, рекламу не могу посмотреть, потому что она недоступна. И вот эти вот вечные прогрузки. Игра вообще, ребята, плохо, плохо себя с каждым разом начинает чувствовать. И в нее все сложнее и сложнее становится играть. Ну, что это такое? Ну, зависло твою налево. Прогрузилось, да? Ну, это... это ж сколько времени, ребят, пришлось ждать? 4 или 5 минут, чтобы это прогрузилось. Так, путы. Ладно, давай теперь простенький какой-нибудь мне мод.
Слабость. Ну, еще один. Вот именно из-за этого и неохота, ребята, играть. Больше времени ждешь на прогрузках, на... Когда она вылетит, чтобы в нее опять зайти. Раздражает. И вылетает вообще на ровном месте. Так, нам надо еще потратить еды. Причем довольно много еды потратить надо. У меня, наверное, столько и не найдется. Вот, здесь можно у нас прокачать аммонита, лептоклейда. Ну, давай посмотрим. Лептоклейд. Подожди, лептоклейд. И опять сейчас 3 часа жди. Но не должно такого быть, ребята. Такого быть не должно, чтобы столько ожидать. Так, кто у нас хочет? Здесь, может быть, что-то можно. Опять на ровном месте вылетел. Ну, ядрен-матрен. Ну, невозможно, ребят. Все, я не знаю. Последний раз я в нее, наверное, захожу. Последний раз я в нее играю. Просто все нервы вымотало, а? Это сколько мне сейчас придется, извини меня, тратиться, чтобы их прокачать? Чтобы, ну, еды им потратить, сколько им надо. Так, а где у меня Тирекс? По-моему, там Тирекса можно было прокачать. Блин, я не помню, куда я его поставил. Где-то он, наверное, здесь должен шуркаться. Так, суперзавр. Я не помню, ребят, если честно. Вот это... Нет, это не тот. Это Индоминус Тираннозавр. Это Тираннозавр мод 2. Это не то, что мне нужно. Это кто у нас тут? Это Аллозавр. О! Терезинозавр давай прокачаем. Так. Ну вот, задание выполнено. Начать эволюцию. Пускай начинает эволюционировать. Так, заберем здесь награду. Примите участие. Так, на трех аренах. Так, и животных. Водных надо поиграть, да? ПВПшка. Водные. Давай. Попробуем здесь сыграть. Раз, два, три. Так, только не говори, что и здесь ты не найдешь мне соперника. Ну что, я подожду маленько. Ну что, ребята, никаких, я смотрю, результатов нету. Я уже успел чай попить, и, как видишь, загрузка идет. Ладно, друзья, я старался, я пытался, я не знаю, я выложу этот видос вам как доказательство и показание того, почему я в нее не играю, перестал в последнее время играть. Вот, а на этом тогда все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.